Эх, какая красивая картина. Ой, о чем это я? В общем-то, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я вам расскажу, как быстро доехать до магазина Теймо. Ну или же в город. Буду я вам это показывать на мопеде. В принципе, роли это не меняет. На мопеде или на чем-то другом. Желательно для езды надеть шлем, который в начале игры лежит тут. Но я его где-то потерял. Скорее всего. Ну ладно, не в суть-то дело. Шлем нужен в игре для того, чтобы на скорости выше 50 вам не прилетела муха в глаза и вы временно не ослепнете. Кроме этого, вам могут выписать штраф полицейские, если вы будете ехать по дороге из-за того, что вы ездите без шлема. Прям как в реальной жизни, да? Я не буду перематывать специально, чтобы вы могли сами увидеть, куда я еду. Главные точки будут, чтобы вы не потерялись. Я вам скажу, где они будут. Это как мы переезжаем мост. Как мы переедем... Ну не мост, а этот... рельсы переедем первые. Там же мы сразу же сможем повернуть направо или налево. Мы должны будем повернуть направо. Вскоре я вам сам это продемонстрирую. Кстати, я постарался над качеством, и теперь оно у меня в 2К, потому что я купил себе новый. Мне купили новый монитор. Так, а мы уже вот подъезжаем. Но об этом нам будет показывать вот этот знак. Еще тут надо ехать осторожно, ведь тут может проезжать поезд. А вот тот самый проезд, где можно повернуть налево либо направо. Чтобы быстрее доехать, мы повернем направо. Если вы не умеете ездить на мопеде, то у меня есть гайд, как правильно, ну, как ездить на мопеде в My Summer Car. Там мы, кстати, очень хороший актив проявили. Мне очень понравилось. Езда на мопеде своеобразная, но к ней можно приловчиться, и для вас это не составит труда ездить на нем. Сначала мне тоже было поначалу трудно на нем ездить, но потом я научился и смог ездить на нем так, чтобы не падать. Тут, кстати, вот в этом доме живет наша бабушка. К сожалению, мы к ней не будем заезжать, потому что мы спешим. Ну как? Ну там все время она там сидит и пьет кофе. Вот. Вот второй переезд. Тут тоже надо быть осторожным. Ведь может проехать поезд. Так, вот о чем это я. В магазине Теймо можно купить аккумулятор. Ну и, в принципе, начальные предметы. Но также это можно сделать и через судно. Ну, через нашу лодку в игре.
как я думал, для начала это получше будет, потому что туда можно загрузить больше предметов. И еще почему я не мог записывать больше видеороликов, потому что у меня на время пропал монитор. И вот у меня появился новый монитор с 2К разрешением. Вот. Ну а мы уже почти выехали к дороге. Осталось не так уж и много времени до дороги, где могут быть полицейские. К сожалению, я упал. Но ничего страшного, мы едем дальше. Кстати, машину, которую вы увидели в начале, мы делали на стриме. Я не помню, сколько уже лет назад, ну как лет, месяцев назад был стрим, где мы вместе все собирали этот автомобиль шикарный Сацуму. На Сацуме я не решил, не стал ехать, потому что, чтобы вам было лучше видно дорогу и более медленно, без всяких перемоток, чтобы точности смогли повторить, куда я еду. Только не падая, как я. А тем временем мы едем дальше. Вот мы уже почти выехали на дорогу. Тут у нас находится ферма. А тут и сама дорога. Поворачиваем сюда. Там у нас, по идее, дорога идет на аэропорт. Ну, не на аэропорт, а на взлетную полосу. Тут поворачиваем направо. Вообще желательно не падая. И едем. Ориентиром для нас будет эта стройка с левой стороны. Но мы сейчас сами ее прекрасно увидим. Вообще, по идее, на такой скорости уже главный герой может ослепнуть. Потому что ему может попасть муха в глаз. Ну, не муха, там комар. Ну, вы понимаете. Так. Обстановка накаливается. Еще желательно нам по дороге не встретить полицейских, чтобы мне не прописали штраф. А вот мы уже и подъезжаем. О чем я говорил? Вот тут была табличка, показывающая нам, что скоро будет, ну, как город. Вот то самое здание, ну, что тут строится. Вот въезд в город. Ой. Конечно же, я опять упал. Но ничего страшного. Ведь я всегда могу продолжить наш путь. Ну вот мы и в городе. Вот магазин. Вот все, что надо. Вот автобус. Вот, собственно, мы и возле магазина, где продавец. Где тут что-то я покупал. А вот топливо для нашего мопеда, который можно заливать. Оплатим посылку. Что ж я там купил? Я уже не помню. Ага, вот это. Еще что-то. Радиатор. И вот это. Ну ладно, не суть в этом. С помощью этих заправок у вас не получится заправить мопед. Только с помощью этих канистр.
Канистры одноразовые. Их надо покупать. Если закончилось, то у них нельзя налить топливо. Еще раз. Вот, в принципе, и все. Мы в городе. С вами был я. Всем удачи. Всем пока. А вот, кстати, и шлем.